Давай попробуем сейчас сыграем первую страницу этого лица. Сыграем вообще без педали. И в одном тоне. Вот чуть помедленнее, вот примерно так. Listening to all the long notes in left hand and holding. Sure, попробуем. Try. Thank you.
16 notes. Раз, два, very четыре. Even. Go. 1, 2, 3, go. So don't hurry to this chord. Make sure you play all the four notes before. Very clearly, no rush. Two, three, two, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine,
Что? Правильно.
И уходим, вот это слово делаем, уходим, да? Going away. Отсюда.
Like cadence, like improvisation.
important, beautiful pictures. Thank you.
So many things. No. That was different. Хорошо. Yes. Услышал. You heard. You heard. Поэтому не надо только говорить. И ни к чему. Слушай, да. Там же начало. Я тебе буду показывать маленький кусочек, а ты мне будешь делать то же самое. Я хочу показать тебе в short, kind of little short быстром parts, but fast tempo, and then you will try to do it, okay? Компьютер любишь? Do you like computer? Do you play games?
Yes or not? Kind of doesn't exist. Yes. Yes, of course. Yes. Ты на компьютере что-нибудь придумываешь? Какие? Do you do something? Do you create something on the computer? Sometimes. Иногда. А можно на компьютере все что угодно, можно картину нарисовать, да? Можно выиграть себе что-то. Да? На компьютере еще можно не только выиграть. It's not just games, да? Right? Какие-то вещи можно. Ну, да? Конечно. Это ты точно то же самое. В музыке тоже что-то можешь. А ты придумал себе играть неправильно и счастлив. So you decided that it's okay to play not right notes or not even and feel fine. Okay, ты посчитай, а потом играй как хочешь. У тебя этюд про шторм. This is the storm. Шторм, все что угодно может случиться. So you can imagine what happened exactly during storm. Шторм может корабль разрушить. Storm can break a huge ship. А шторм right? может, на него можно просто смотреть. А? Yes, it can see the tension in the shoulders. Да, пожалуйста. Okay. He has a tendency to put tension on his shoulders. Он еще не сидит, ему надо чуть-чуть выше сесть. He sits way too low. He needs to be sitting high. Well, yeah. Чуть-чуть выше, немножечко пока. Но все равно она все время борется с тем, что у нее плечи всегда зажаты и поднимаются. Что бы он ни делал, но все время... Ну, потому что он, все дело в том, что плечи будут подниматься всегда, если человек не будет искать никакой звук. It's just because he needs to... turn himself towards the sound itself, so because he's, he has no kind of relation yet with the sound itself. He needs to always look towards the some kind of sound. Would you please play this chord like that? И сыграй мне его так, как будто ты хочешь вот его отправить туда, в конец войны. Try to make it like you want to send it far. Поэтому если вы видите, что он поднимает плечи, заставьте его то же самое сыграть просто певучий. If you see when he starts to lift his shoulders, just stop and try to do the same kind of like distract him from different challenges, you know, just to listen the sound. У него хорошая реакция. Вот мы ему показали трудные пальцы, он очень быстро понял. And difficult things he understands quickly. Yeah. Но он как все дети, он торопится, он не поет, не прокачивает ничего, что играет. And he's not kind of listening to exactly what inside. Вот для того, чтобы не происходили никакие неестественные вещи, нужно отвлекаться, нужно петь, говорить, придумывать слова какие-то, чтобы было ясно. Through the melody is very important, or speaking some certain words to speak through the passage. Тогда он будет слушать себя, не думать, как он сыграет, потому что когда он думает, как сыграть трудное место, он напрягает. Yes, when he thinks like how I do I play this difficult part, he starts to get tense. Вот он играет, например, сначала он не играет так. Yeah. Вот что можно еще сделать здесь, кроме как поднять плечи? What can you do
А ведь акцент находится не на ноте фа, а на ноте, он находится внутри этой интонации другого. И он переносит вес. The way he goes inside in the middle of the group, then he starts to distribute his weight, and there is no need to lift the shoulder. So, because he starts to listen to the sound. Это то же самое, когда играют этюд, вот как с мальчиком, да? Я ему меняла просто. Он играет ритмично, но от этого он зажимается и играет левая отстает от правой. А когда он начинает слушать мелкий ритм внутри основного. Он переносит вес в другие области. So with, like with the other student, he played the long scales and hands were not together because he was thinking about how am I going to play this long scale. But when she asked to listen to the beat inside of the group, one, two, three, four, and then immediately start. А в любом этюде, если они часто меняют метр, да, вот он играет раз, два, три, четыре, потом у него становится, допустим, раз, два такт. Потом становится раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, да? And the meter is увеличивается метр. Inside of the piece. Руки отдыхают. And then hands start to rest. А когда играется в одном заданном раз и два и, when то как все время акцентируют определенные доли. И от этого наступает утомляемость, and и рука не может расслабиться. So we need to change their thinking inside the rhythm. И начинает от этого звучать с провалами какие-то ноты, сильные остаются в голове, а слабых уже нет. The strong beat notes always make the accent, and other notes kind of get weak. А когда вы переносите вот силу, да, показываете, какие доли мне также важны, то они начинают звучать. Yeah, when you switch their attention from the strong beat to not strong beat, so they hear it, then they start automatically to get relaxed because they start basically again to listen. Themselves. Okay. Any other questions? With Henry's stress with octaves, because he's still a small hand, and you know, Henry's stress with the octaves. I didn't see any troubles with the. Like просто он их играет с очень большим весом, не надо. He's playing the way too heavy. Сделай, пожалуйста, так, да, can you положи just руку вот так. Do it like she did. И возьми октаву. And take the octave. No, no, no. Любую, не важно. Doesn't matter what octave, just play the octave. Положи цвет, like теперь поднимай руку чуть-чуть. Now bring the wrist up. Yeah. So shift your weight, your force. Just feel
fingers, the easier fingers that you use. То, что ты шлифуешь. Знаешь, рука расслаблена. And then your hand will relax. Okay. Хорошо. Great. Yeah. Молодцы. Good job. Молодцы. Устал? Very nice. Picture, please.